свободно. Проект «Мобильная галерея», который мы основали с Александром Саакитинцевым, вот как раз таки второй мой партнер по галерее, которая спасибо. Пока что нормально выходит, в режиме Челябинск, Каир, то есть Египет. Вот, но с 2017 года проект существует, и как говорю, каждый месяц мы стабильно открываем новые выставки, ну как минимум одну. Сейчас вот у нас одна осталась постоянная площадка, это вот эта, то есть в принципе с нее мы и начинали. Вот, но в такие в пиковые месяцы, например, в январе у нас было 5 выставок одновременно. То есть это в театрах, там, в филармониях и так далее, и так далее. Прикосновение, ну понятно, что это некое прикосновение, оно как и фигурально выражает, да, прикосновение чего-то к бумаге. То есть именно рождение какой-то работы, которая начинается с прикосновения. В то же время прикосновение, я думаю, имеет некий метафорический смысл. Как раз таки прикосновение, возможно, что это то произведение с прикосновение какого-то другого мира для нас, для зрителей ее работ. И возможно, что вот именно это как-то слово, оно дает некий вектор, можно сказать, что работам, которые каждый может видеть свое что-то. Да, то есть, хотя есть авторские названия, но в то же время названия, они довольно-таки позволяют широко трактовать вот, зрителям. И поэтому здесь, конечно, богатый простор для людей с фантазией. Работы и почему? Потому что я их раньше видел, но их каждый раз смотришь, и там всегда есть что-то находит, что-то другое. Это не просто, как бы сказать, черно-белая политика. Она есть и станковая, есть и вот такая, как бы сказать, многогранная, чисто в изобразительном порядке. Это очень сложно сделать, удержать композицию цвета. И композицию 5, это очень сложно. И сейчас я посмотрел все целиком, мне очень понравилось. Хотя многие работы я и видел, но я говорю, они еще раз смотрятся совершенно по-другому. То есть такая работа, она никогда не надоест. То есть, допустим, как некоторые работы, в которых присутствует один прием, один творчество, они очень быстро надоедают. Вот такие работы, они, на мой взгляд, никогда не надоедают. А когда вы вот каждая картина, я прикину, она отображает ваш характер. Ваше состояние души, во-первых. Во-вторых, они очень динамичны. То есть от них не устаешь. Дело в том, что Монотипия была совершенно незаслуженно забыта. И, между прочим, в нашей стране она получила как бы второе рождение благодаря мадам Кругляковой, которая, будучи эмигранткой и живя в конце 19 века во Франции, взялась сделать иллюстрации там какой-то книги, и она стала делать темперными красками, и делала, ну, ей так захотелось сделать плоскую печать. Она делала на стекле темперными красками эти иллюстрации, и ей французы говорят: «О, ты работаешь в технике монотипия, как это интересно, сейчас почти не осталось художников, которые работают в этой технике». А она, нужно сказать, даже не знала, что, оказывается, есть такая техника. То есть она интуитивно к этому пришла. И когда она уже переехала в 20-е годы к нам в Россию, обратно вернулась домой,
и уже работала на факультете изобразительного искусства в Санкт-Петербурге, то она эту технику уже и преподавала, и пропагандировала. И, в общем-то, нужно сказать, что 20 век характеризовался тем, что искусство стало отходить от реалистичности, да, вот как раз вот в эти вот абстрактные такие вот мотивы, потому что художники начали ставить перед собой другие задачи. Уже в реализме, в общем-то, не было нужды, потому что существуют видеокамеры, фотоаппараты, и художники могут себе позволить вот именно заняться творчеством, то есть поискать и поработать с колоритом, и поработать с формами, с композициями, то есть что-то такое похулиганить, сделать что-то очень такое необычное, нестандартное. И поэтому вот в конце 20 века о монотипе опять вспомнили, и опять-таки благодаря нашему доблестному Санкт-Петербургу, который взял на себя труд организовывать международные фестивали. И вот с 2010 года, и мы вот с Володей участвовали в трех фестивалях, с 2010 года раз в год в Санкт-Петербурге проходил фестиваль монотипии, когда приезжали международные, когда приезжали художники и из Финляндии, из Германии, из Италии, из Франции, и даже один американец там затесался в эту компанию. То есть это были огромный проект, огромные выставки, которые занимали даже не один зал, а даже несколько галерей, то есть несколько залов в каждой галерее. То есть это было очень интересно, это было очень любопытно. Более того, они брали на себя труд еще ездить во Францию. Они возили наших художников, за что им тоже большое спасибо. То есть наше русское искусство пропагандировали, в Финляндию ездили. Вот. И это, конечно, очень радует, потому что, вспоминая себя в студенчестве, когда, значит, у нас на монотипе отводилось ровно, значит, одно занятие. И это было, конечно, ужасно, если честно, потому что делали мы монотипе масляными красками. И я помню, что я страшно чертыхалась и сказала, что больше я этим заниматься никогда не буду. И кто бы мог подумать, что пройдет много лет. Но я говорю, что ты, пока ты молодой, пока ты, так сказать, в процессе становления, у тебя одни представления, да? Когда ты становишься старше, мудрее, и когда у тебя опыта уже больше, ты уже себе можешь позволить другие вещи. Вот. И вот потом, опять-таки, вот, благодаря Володе Вейсу, который, собственно говоря, меня как бы мобилизовал, да, потому что я рисовала в стол, что называется. Или наоборот. Наоборот, мне кажется, да. И кончилось тем, что, во-первых, я перешла на больший формат. То есть раньше это были маленькие картиночки, там буквально 4 формата. Потом я уже стала делать больший формат. Потом я уже стала позволять себе отойти от классической монотипии, что-то там экспериментировать. И в результате экспериментов у меня появилось новое, так скажем так, техническое направление монотипия пожатой бумаги, которая позволяет делать очень графичный вот этот вот натюрморт, который мы здесь вот как раз вот мы с вами видим. Приятно было сегодня побывать на выставке Юлии Дюпсар. Юлю знала раньше, но не знала о таком ее таланте. Очень необычные картины, такой своеобразной техники. Казалось, просто разводы красок, но за этими разводами кроются такие необыкновенные сюжеты, такие необыкновенные открытия. Каждый сюжет открывается, каждая картина по-своему открывается. Очень люблю цветы, и в жизни люблю цветы, и на картинах люблю цветы, поэтому вот эта картина заставила мое сердце биться сильнее, потому что готова любоваться на нее долго, попробовала сама. Такой красоты у меня не получилось, как у Юли, понимаю, что это годы, проб, годы каких-то своих открытий, годы творчества привели вот к тому, что картины очень высокого уровня. Зашел абсолютно случайно, не знаю, кто художница, к сожалению. Работы Кираши. У меня тоже скорее случайные работы, как я случайно зашел. У меня такие же случайные работы. Карту токийского метро. Грибная плесень построила лучше, чем люди. Тоже случайно. Сеть у меня более правильная такая получилась, нежели у людей.
Поэтому случайность тоже искусство. Тоже искусство. Монотип не может быть разным. А если бы, причем, я вот, например, работаю исключительно водными красками, то есть либо акварель, либо гуашь, либо акрил. А есть люди, которые работают темперой, есть люди, которые работают типографской краской, и там монотип будет совсем другая. То есть вот принцип везде один и тот же, но если ты меняешь сорт бумаги, меняешь материалы, краски, совсем будет другой эффект, она будет совсем разной. Это тоже очень здорово, очень интересно. Поэтому, когда художники собираются вот на какие-то художники-монотиписты, на какие-то фестивали, то там нет повторяющихся работ. Несмотря на то, что кажется, что техника такая простенькая, если не сказать примитивная, но тем не менее все равно у каждого автора получается что-то свое. И это, в общем, очень здорово и делает эту технику, на самом деле, просто уникальной. Вы знаете, сегодня вообще чудесный вечер, просто необычный. И вот зарядил всех нас таким творчеством, такой вот теплой аурой человека, который дарит красоту, дарит добро. Вообще, Юлечку Борисовну я знаю очень недавно, можно сказать, где-то года два. Но это уникальный человек, талантливый, добрый, открывающий дорогу другим талантам, просто зеленую улицу открывает. Вот сегодняшняя выставка, когда я увидела анонс выставки в соцсетях, я сразу поняла, что не важно, что это будет в 7 часов, я все равно на эту выставку пойду. Это случилось. Вы знаете, работ немного представлено на выставке, но поражает то, что работа большого формата, вообще техника очень сложная. На первый взгляд она кажется легкой, но сегодня, на сегодняшнем мастер-классе мы все попробовали, и удивительное дело, очень трудно это оказывается, даже на маленьких листочках формата А4 сделать достойную картину. А на выставке представлены работы уже солидные, выставочные. Вот эта работа, которая здесь у меня за спиной, «Падшие ангелы», она как-то выбивается из общего ряда. Она сразу привлекает внимание, что она совсем другая. Другая техника. Вернее, техника монотипия, но сделана как-то по-иному. К сожалению, мы не успели расспросить автора именно, как же вот такого эффекта нежного достигается вот такой эффект. Но все-таки вот она прямо завораживает, поэтому я не случайно встала именно здесь, в этой картине. Поэтому, ну, просто спасибо Юлии Борисовне, что она нас сегодня всех здесь собрала, приобщила к этой технике. И вот, знаете, чешутся руки, хочется попробовать. Можно сказать по поводу монотипии словами Уильяма Маблейка. В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Вот, я очень рад, что у меня, ну, тоже как у приверженца монотипии, есть коллега, вот Юлия Дикусар. Вот, и мы как бы уже вдвоем, у нас была выставка в бизнес-доме Спиридонова, первая выставка. И самая первая была, конечно, международная выставка в Питере, мы участвовали в числе других авторов. Вот, и по поводу монотипии, что можно сказать, эта техника просто, просто божественная какая-то. То есть вот, когда работаешь в этом направлении, в этом стиле, то просто наблюдаешь, просто и отдыхаешь, и фантазируешь. И, в общем, единственное, что хотелось бы пожелать, это Юле больше времени свободного, ну, чтобы она могла уделить этому, потому что техника монотипия не терпит суеты, нужна, конечно, сама отрешенность какая-то от разных дел, вот, и здесь нужно сфокусироваться все-таки, очень важно сфокусироваться, чтобы быть в этой технике. Ну, все остальное, краски недорогие, как бы, бумага тоже, это уже притягивает то, что не нужны масляные краски, холсты и так далее. Не нужно много места, вот, и так что я бы пожелал Юлии
значит, побольше времени, чтобы она могла своим любимым делом заниматься. Для этой выставки выбрано очень интересное место в лесу, да, в глубоком лесу, в темном. И при этом ты вроде бы как идешь от этого ощущения, что ты заходишь в какой-то большой темный бор, заходишь в какое-то офисное здание, которое немножечко в нем теряется, и вдруг такая вот вспышка света, вспышка цвета, и не случайно линотипия, да, она очень часто в линотипе используются какие-то как бы лучи солнца, да, или капли воды, в которых отражается небо, цветы, радуга, звезды. И вот эти вот брызги, вот эти вот лучи, вот это отражение спектра, да, оно создает совершенно какое-то контрастное ощущение по сравнению с тем, с какими мыслями ты заходишь сюда. Поэтому я уверена, что все, кто будут заходить сюда даже случайно, да, они не смогут пройти равнодушно мимо вот этих картин. Собственно, мы только что видели, что люди, которые только что были на какой-то конференции, они не могли пройти мимо, остановились, задержались, посмотрели, а что это такое происходит, поговорили с Борисовной. И с удовольствием, мне кажется, какие-то, может быть, работы с ними добавить. Для меня сегодня состоялся большой праздник. Когда люди приглашают на свои выставки, это всегда вечер, наполненный красотой, гармонией, неимоверной любовью к миру и к жизни. И вообще Юля нам открыла большой мир. Это целый космос монотипия. Невероятные сюжеты, невероятные краски, сочетание разных стилей. И, конечно же, ее работы и сама Юля нас заражают и подвигают к творчеству, к самостоятельному творчеству. Наверное, современному человеку очень нужно такое пространство, такая свобода самовыражения. И спасибо ей большое за это открытие. До нее мы не знали, что такое монотипия. И вот ее подвижничество помогает нам раскрывать вот это невероятное искусство. И за что мы ей очень благодарны, мы ее очень любим.